Добрый день, я рад приветствовать вас на стенде одного из самых популярных брендов по увлажнителям и очистителям воздуха, бренда Балю. И начнем мы знакомство сегодня с детской серии увлажнителей. Конечно же, самый известный, самый популярный персонаж в мире Микки Маус должен был появиться в нашей коллекции, и он появился. Ультразвуковой увлажнитель в виде персонажа. Также у нас наши любимые Винни-Пухи. Для маленьких детей это самый любимый персонаж. Два варианта увлажнения с механическим управлением и с электронным. И, конечно же, самый популярный лидер продаж нашей детской серии с лампой-ночником, которая позволяет ребенку засыпать, не боясь никаких страшилок. Продолжаем экскурсию по нашему стенду, и мы подошли к ультразвуковым увлажнителям. Здесь мы показали не только хиты, проверенные временем, но и наши новинки этого сезона, которые только-только попадают на полку, и покупатели с ними только начинают знакомиться. Итак, начнем, наверное, с самой доступной по цене модельки UHB-310. Данная моделька в розницу стоит всего 1990 рублей, меньше 2000. Это одно из лучших предложений на рынке по функционалу, по характеристикам и по цене. Модель 805 UHB – это тоже очень удобная модель, очень функциональная, потому что у нее есть два типа увлажнения – холодный и теплый пар. Кроме того, у нее есть фильтр предварительной очистки и, конечно же, есть капсула для аромамасел. Я очень рад представить вам нашу новинку – ультразвуковой увлажнитель UHB-190. Он сделан в вот такой вот замечательной округлой форме, но у него есть один огромный секрет. С помощью сенсорного управления вы можете включить ночник. Он работает независимо, работает увлажнитель или вы хотите, чтобы горела только лампочка. У этого ночника есть очень удобная функция. У него 7 цветов, и вы можете выбрать, либо это будут плавно перетекающие цвета, либо же выбрать и зафиксировать какой-то один цвет подсветки. Сзади у него спрятана аромакапсула для того, чтобы вы могли наполнить комнату любимым ароматом. А ниже у нас притаился традиционный увлажнитель. Это новая категория увлажнителей Балю. Традиционный увлажнитель, который увлажняет и очищает воздух. Это практически доступный аналог мойки воздуха, но придется иногда менять фильтр-губку. В этом году в серии Platinum увлажнителей Балю появилась новинка UHB-990. Все те функции, которые присутствовали в тысячной модели, перекочевали сюда. Добавилась капсула для аромамасел. Точно так же остался пульт для дистанционного управления, чтобы можно было управлять из комнаты. Но теперь в белом лаковом цвете. Больше возможностей вписаться в интерьеры, варианты для покупателей.